добрый день. Готические дворцовые конюшни. Сейчас заброшены, а когда-то был санаторий Петродворец, в котором я даже поработал. Обещают сегодня дождик. Но мы успели с погодкой. Идем в Александрию. Погодка нам сегодня благоволит. Пролетели даже на квадрокоптере. Заглянули в Александрию, которой летать не разрешают. Но мы заглянули со стороны. Что будет в этих конюшнях, никто не знает. Но вот со стороны парка часть фасада отреставрировали очень хорошо. Манеж. Красиво. Замечательно. А будет еще лучше, когда вот так отреставрируют все и сделают что-нибудь хорошее и полезное. Вот как хорошо. Замечательно, красота. Оранжерея. Для нижнего парка. Вход в парк Александрия. Еще платный. Посещение парка стоит 300 рублей. Идем. Какая красота!
в готической церкви, в готической капелле, православная церковь святого князя Александра Невского. Замечательно. Красота. И небо хорошо прояснилось. А позже, сегодня, обещают дождик. Вот как хорошо мы успели в Александрию. Чудесно. Надгробный камень садового мастера Эрлера, который сюда перенесли со Старопетерговского Троицкого некрополя. Мы там недавно были, видели надгробный камень его супруги и сына. Вот как. С дубочков опадает листва. Скоро наступит золотая осень. Вот какая старая лиственница. Корни стелятся по земле. Как сегодня повезло с погодкой. Чудесно. Думал, будет пасмурно, а вот как хорошо. Ну, тучки летят такие серьезные. Во второй половине дня обещают дождь. Главное вовремя успеть. Фермерский дворец. Красиво. Большой старый дуб. Внизу дорожка прямая на пляж к заливу. На пляж мы сегодня выйдем
Вот какая красота. Чудесно. Руинный мост. Идем к коттеджу. Какая красивая Александрия. Петерговский сторожил Иван Петрович, воспоминания которого я читаю, не рассказывал, что это дерево посадил Николай I. Какая-то особая сосна, похожая на кедр чем-то. Какая-то особая сосна. Коттедж. Замечательно, как красиво. Очень красивые цветники. В музее мы были. Я снимал. Видео выложено. Очень красиво внутри.
какая-то китайская вазочка в виде бочонка. Красота. Какая чугунная скамеечка. Я тоже такую хотел бы на дачу. Что-то написано. Реставрационная компания. Ага. Союз реставраторов Петербурга. Здорово. Розы. И в прошлый раз я был летом, здесь свели розы. И в позапрошлый раз свели розы. И сейчас цветут розы. Видимо, одни розы отцветают, другие распускаются. Сегодня фонтанчик не работает. Работал, когда мы были в прошлый раз. Красота. И небо очень красивое. Замечательно. Мария Федоровна на балкончике.
Петр. Герб Александрии из цветов. Чугунная беседочка. И царевич Алексей. Какая чудесная чугунная беседочка. Здесь розы отцвели. Красота. Вот как царевич сидит и смотрит на коттедж, где жила его бабушка Мария Федоровна. Чудесно. Балтийский уступ. Красота.
каменная скамеечка. Вот какая. Косят травку. В парке все очень ухожено. Посидели на скамеечке. Как красиво. Идем на пляж. Вот как замечательно. Летом я сюда заходил загорать и купаться. Очень хорошо. Балтийское взморье. Чистый песочек, чистая вода Финского залива. Вот как замечательно. Легкий плеск волн. Гладь воды. Чудесная погодка. Замечательно.
Чудесно. Камни, поросшие мхом. Едет забавный паровозик с экскурсией. Папоротники. Потихоньку собираются тучки. Здорово, что успели. Погожее время погулять. Вот какие птички здесь водятся. И еще один паровозик. Прикольно. Фермерский дворец. Верстовой столб. И готический колодец. Что это за птичка так поет? Стихло. Вот как чудесно. Вот какой готический колодец. Чугунный. На фоне готической капеллы. Красота.
Чудесно. Собираются тучки. Вот как чудесно. Очень хорошо. Красота. Чудесно. Мостик через Лихардовский ручей, готические конюшни, над которыми мы пролетели, замечательно. Новая ферма, где содержали коровок, овечек, козочек и прочую живность для двора Его Величества. Александрия до революции была закрытой территорией. Свободным для посещения был Нижний парк. Александрия была частной резиденцией государя. Телеграф. Для людей вход на телеграф был отдельный со стороны Петербургской улицы. Замечательно. Как сегодня повезло с погодкой. И погуляли под солнышком, и полетали немножко. Правда, на пульте появлялось штормовое предупреждение. Будьте осторожны на пульте коптера. Но оно и понятно, вот оно. Штормовое предупреждение на лицо.
какие красивые облака над телеграфом. Здорово. Дай-ка себя приближу. Во как интересно. Подписываемся, ставим лайк. Не видно на зуме лайка. Вот лайк. И пока-пока.